мы с вами находимся в непроходимой чаще. Чаще, чаще, чаще. Чаще надо в лесу бывать, чаще, чаще, чаще. В чаще, в которой поселились представители движения под названием «Друзья леса». Они отказались от благ цивилизации и живут здесь, вот, на лоне природы, постоянно общаясь со всякого рода зверюшками, птичками. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо! Тихо, вы слышите, как он поет? О, как он поет! Как он поет! Это дятел поет, вы слышите? А? Нет, что-то я не слышу. Ну, естественно. А я вот слышу. Я слышу, я могу говорить с букашкой, таракашкой, с божьей коровкой. Я могу общаться с каждой травкой, муравкой. Мухоморы! Моры, мухоморы! Ау! Ау! И часто вы с мухоморами общаетесь? Ну, если без балды, мужик, это зависит от того, с какой мы травкой, муравкой, сначала пообщаемся. Чу! Чу! Чу-ч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 у